Всем большой привет! Сегодня предлагаю приготовить хлеб в мультиварке. Пачку дрожжей зальем водой, добавим соль и сахар. Растительное масло перемешаем и оставим на 10 минут. Соединяем воду, а пару муку и замешиваем тесто. Тесто не должно липнуть к бокам. В нашей мультиварке смазываем маслом и перекладываем тесто. Устанавливаем режим выпечка 1 час. Затем переворачиваем и устанавливаем режим выпечка 40 минут. Что, друзья, на сегодня это все. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, ставьте пальчик вверх. Увидимся в новом видео.